Доброго времени суток, дорогие коллеги, с вами Кононова Аня, интернет-проект Faberlic Online, и сегодня мы с вами поговорим о новинках 9 каталога 2017 года, который будет действовать с 5.06 по 25.06. Очень интересные новинки, новые тени, новые оттенки, новые лаки. Как вы видите, их очень много. Лаки я люблю от Faberlic, заказываю, и обновленный порошочек. Начнем мы с вами с новой серии. Эта серия называется «Ирис и папоротник». Почему я снимаю видео за 2 недели до начала продаж? Потому что у нас в компании есть такие привилегии у VIP-консультантов. Если мы много каталогов подряд делаем, личный оборот по 100 баллов, то мы можем заказывать новинки за 2 недели до начала продаж. А если я их, допустим, заказываю в понедельник, то они приходят уже в пятницу. Мне, я могу за неделю до начала продаж уже все протестировать и рассказать, и показать вам, какие же это новинки, а вы уже будете делать выводы, нравятся они вам, не нравятся. Вот, итак, обновленная серия «Ирис и папоротник». Очень интересно пахнет, мне понравилось. Первое – это крем-мыло для рук, ручки, правда, не сохнут, классные. Она такая светленькая, мыло густенькое, немножко за ручками ухаживает, да, как вы видите, не капает. Так, немножечко заморала, да, такой вот у него, оно такое жемчужненькое, с дозатором идет. Очень мне нравится тем, что поставил на кухню, ванну забыл. Вот, крем-мыло для рук. Оно мягкое крем-мыло, бережно очищает кожу, да. Окутывает тонким шлейфом волшебного аромата, да. На самом деле пахнет ирисом, папоротником. Очень такой приятный, насыщенный, сладкий аромат. Он не свежий, он сладкий. Вот, и артикул у него 86-61, он идет 200 мл, то есть не очень-то и большой объем. Да, также все протестировано по ГОСТу. Вещь, ну, обычная незаменимая вещь в каждом доме, потому что, ну, руки мы моем часто, несколько раз в день. Потом, значит, мне пришла такая новинка, как увлажняющая вода, так, фокусирует задний план, да, как увлажняющая вода. Вот, тоже ирис и папоротник, тоже из этой серии. Ее можно наносить после душа или просто в течение всего дня. Да, то есть в знойные дни так хочется почувствовать прохладу. Папоротник поделится свежестью летнего вечера, а ирис украсит ароматный шлейф благородными оттенками. Формула не содержит спирта, поэтому ощущение комфорта нам с вами обеспечено. Используем мы его в любое время, когда чувствуем, что кожа нуждается в увлажнении. Вот, его можно носить с собой в сумочке. Он маленький, 120 мл. Артикул у него 86-65. Да, такая небольшая водичка. Спрей. Тут, если хорошо закрутить, он жиденький идет, распыляется нежненько. Если вы будете наносить его, к примеру, на лицо, то он, как вам даже сказать, он как бы не размажет вам ни макияж, ничего, то есть струйка такая нежная, как облачко. Очень приятный аромат, сладкий. Вот, следующее — это мыло «Ирис и папоротник». Так, что-то я его обратно закрыла, получается, я его пробовала, да, вот. Да, то есть это крем для рук. Он идет, минутку, где артикул? Он идет с артикулом 86-64, 75 мл. Такой большой, серьезный объем. Вот, и, конечно, как ручки начинают сохнуть, сразу им пользуемся. Вот, но на самом деле дарит комфорт, легкий такой, легкий кремчик. Да, вот давайте я вам его покажу. Легкий такой, густоватенький, впитывается, ну, минуту, наверное, две надо будет подождать. Минуту-две, видите, немножечко кожа лоснится, но через минуту-две уже этого блеска не будет. Вот, далее, это гель для душа, крем-гель для душа, с удовольствием буду с ним мыться. Он тоже ухаживает за кожей, потому что крем-гель, артикул 86-60, 200 мл, да, легкий такой дезодорирующий эффект для тела. Крем-гель для душа,
Он делает кожу мягкой, бархатистой. Но вот вы знаете, если уж совсем до конца увлажнять кожу, то он, конечно, на 100% не справляется. Но, конечно, он более щадящий, чем обычные гели для душа, в которых нету крема. И также мыло этой же самой серии. Мыло, если честно, я люблю уложить куда-то в шкаф с бельем. Не знаю, почему-то у меня такая традиция. Вкусный, очень приятный аромат. Артикул 8662. Когда оно у меня заканчивается, да, мыло, к примеру, ванную щетку, то я достаю с любой полочки со шкафа такие мыльца и ложу куда нужно. Вот. Белье приятно пахнет, классно пахнет, но, конечно, руки оно сушит. Если мыть руки, сушит так не слабо. То есть это обычное мыло без ухаживающих компонентов. Это не крем-мыло, это обычное душистое мыло. Очень приятно пахнет, но я чувствую в нем горчинку, которой нету ни в одних из трех средств. Вот горчинка немножко присутствует в креме для рук и немножко присутствует в мыле. А вот оттенок горчинки в мыле для рук, в жидком, в спрее и в геле для душа не присутствует. Поэтому запахи немножечко отличаются, хотя серия одна и в основном запах один. Далее, чтобы мне вам хотелось показать, это такой вот блеск для губ. Это новинка, must have, бальзам для губ с солнечным фруктовым ароматом ананаса. Он идет как с охлаждающим эффектом, бережно ухаживает за кожей губ, делая ее нежной и мягкой. Да, он хорошо ухаживает, он очень удобный, крышечка тут плотно держится. В прошлый блеск для губ, как вы помните, у меня почему-то прям перед камерой развалился, я поняла, что мне его не собрать. Тут сделана более качественная упаковка, но охлаждающего эффекта, если честно, нет. Но аромат такой сильный, фруктовый, насыщенный. Да, вот у него мини-аннотация. Артикул у него 4405. Вообще классная такая жестяная упаковочка. Вот он так открывается. То есть, если вы это оторвете, да, то есть, ну, очень хорошо наносится. Мягкий, бесцветный, чуть-чуть немножечко дает блеска. Абсолютно этот блеск незаметен. Эффекта там супер влажных губ у вас не будет. Но то, что губки не сохнут с него, он за ними ухаживает, это, конечно, плюс. Хорошенький такой. Вот. Далее, чтобы мне вам хотелось показать, это сейчас мы с вами найдем. Вот такие вот татуировочки у нас с вами, да, флеш-тату временные. К сожалению, я не смогла их заказать по ВИПу, их нету до сих пор ни для ВИПов, ни для кого. Их нет в наличии. Но следующее, чтобы показать, это новинка. Это иллюминайзер для лица. 30 миллилитров, артикул 6123. Его можно наносить целиком на лицо, если вы его перемешаете с тональным кремом. Да, он создает очень легкое, едва уловимый эффект мерцания. Вот. Частички светоотражающие в нем есть, но я бы так выразила, что, ну, вот когда вы смотрите, вы его нанесете, допустим, на все лицо, да, вот я попробовала на все лицо нанести, и, конечно, лицо потемнело, а потом немножечко как-то подстроилась под цвет кожи, или я привыкла к своему отражению, и когда я вертелась перед зеркалом, я видела, что такой легкий, еле уловимый блеск гуляет по носику, по щечкам и так далее, и так далее. То есть эта вещь, мне кажется, она подойдет как бронзант, да, она подойдет что-то типа жидкого бронзанта, у меня почему-то с ним ассоциации сложились, очень похоже, да, и подойдет, он хорошо, кстати, тушуется, легко наносится, он мягкий, приятный, мне кажется, он подойдет как бы вот, как, когда же сказать там, как хайлайтер, как бронзер. Да, вот он кажется таким темным, но когда вы его наносите на места, которые нужно уменьшить, затемнить, они уже будут у вас хорошо смотреться. Сейчас на камеру он желтый, но на самом деле он более такой коричневый, я бы так сказала. Да, как вы видите, тон им нанести в принципе легко.
и он, видите, светлеет на глазах, и вот этот вот, видите, едва-едва уловимый глянцевый блеск, который, в принципе, особо не кидается в глаза, особо не заметен, но вы можете затемнить те оттенки, те части лица, которые вам хочется скрыть, да, как мы знаем с вами, мы можем сузить нос, можем удлинить шею, можем, убрать, да, допустим, второй подбородок и так далее, и так далее. То есть с помощью этого средства. То есть видите, такой немножечко блеск. Я надеюсь, что его видно, потому что, да, и вот он подстроился все же под цвет кожи, но он темнее, все равно темнее, но он для этого и предназначен. Артикул у него 6123. Он создает эффект сияния на коже, как вы видите, оно очень нежное, еле уловимое, идеально подходит для подсвечивания скул, моделирования контура лица, благодаря особым светоотражающим частичкам может использоваться для создания выразительных акцентов в макияже при точечном использовании или для эффекта внутреннего свечения кожи при смешивании с тональным кремом. Ну, то есть такая вещь, как бы, в принципе, израсходуется. Израсходуется, я найду ему применение. Вот, в принципе, хорошая же такая штучка. И новинка. Стоит он, в принципе, пока недорого, потому что это новинка. Потом, конечно же, все становится намного дороже. А пока новинка, пробуйте, вдруг вам понравится. Следующее очень меня удивило. Это наливные средства для губ и щек. Они все идут по 9 грамм. А тут представлено 4 цвета, но у меня только 3. У меня только 3 цвета. Давайте я сфокусирую артикулы. А нет, тут 3 цвета представлено, простите. Я почему-то мимолетом смотрела. Да, то есть они у меня все есть. Вот. Это 2 в 1, блеск для губ и румян, и яркая летняя палитра. И, конечно же, очень интересно, да, вот смотрите, намашиваю щечки подкрашены и губки подкрашены одним и тем же цветом. В принципе, сочетание мне, на мой взгляд, показалось просто великолепно. И это удобно, когда помада с румянами более-менее сочетается. Ну, давайте же смотреть. Так, первое. Это артикул 4752. Будем смотреть. Да? Оно такое идет в достойной упаковочке, очень красивой. Это рисуночек. Да, как видите, я его уже попробовать успела. Вот такой вот он. Давайте нанесем с вами. Да, то есть. Можно, конечно же, в 2 слоя, чтобы он был очень-очень ярким. Конечно же, можно. Ну, то есть он не глянцевый никакой, это на самом деле такое наливное средство. Далее, следующий артикул. Это 4751. 4751. Он такой более яркий, да? Этот больше для блондиночек. А этот уже, можно сказать, универсальный оттенок. На губке, кстати, он так ничего хорошо выделяет, здорово. Так, артикул 4750. Так, каким же пальчиком взять? Давайте вот этим вот. Ну, то есть тут уже такой оттенок идет. Более темный. Да? Вот, что меня еще удивило. Его можно и пальцем, и кисточкой наносить. У него приятный, легкий, такой сладковатый оттеночек. И он очень хорошо тушуется. Прям как, вот знаете, как румяна. Смотрите, как он хорошо растушевывается. Очень легко. На кожу давить, повреждать ее чем-то не нужно. Он распределяется легко. Тут же его можно добавить, да, вот обратите внимание. Очень, очень легко. И такой, мне кажется, что он будет намного лучше держаться на коже, чем сама пудра. Вот такие вот у нас наливные средства для губ и щек появились. По 9 грамм, да. Вот артикулы еще раз. Цена, в принципе, недорогая. Вам его на все лето хватит, потому что 9 грамм объем не маленький. А следующее, это у нас такая новинка, как тени. Палета теней для век. 10 грамм тут идет. 53-28. Вдохновение лета. Да, тут показывается, как можно ими делать макияж. Очень красивая упаковочка. Вот они как на самом деле выглядят. Жестяная упаковочка. Это идет магнит.
да, магнит. И, в принципе, очень даже хорошенькая. Оттенки, я так понимаю, все матовые до единого. Все матовые до единого. Ну и давайте начнем. Черный. Смотрите, какой он прям пигментированный. Так, далее. Такой вот оттеночек. Интересный, да? Прям оранжевый-оранжевый такой яркий. Зеленый. Тени мягкие. Видите? Я чуть сильнее надавила, и они уже начали крошиться. Немножко, да, такие мягковатые. Ага. Значит, вот этот вот кремовый. Очень тоже интересный. Так, фокусируйся, пожалуйста. И давайте вот этим местом я возьму еще один последний оттеночек. Ну, он такой легкий, наверное, можно под бровями место высветлять, да, делать какой-то акцент там в уголках глаз во внутренних. Легкий такой оттеночек. Вот такой вот насыщенный, да. Ну и давайте посмотрим, как он переносится. Вот сюда. Как вы видите, тени довольно-таки. Ну, тушу, я бы так сказала, что вам надо будет немало этих теней. Да, видите, этот такой металлический, да, блески. Этот более черный, он вообще стопроцентный мят, как бы, да, он хорошо тоже пигментирован и нормально наносится. Да, и последний, вот этот вот оттеночек, давайте посмотрим. Ну, он практически бесцветный, его будет, к сожалению, не видно. Его будет не видно, к сожалению. Вот, ну, вот, в принципе, такая палитра. Честно скажу, я блондинка, цвет, конечно же, не мой. Но и вот этот угольно-черный цвет мне очень нравится. И мне кажется, легко сделать такую подводочку поверх карандашика, потому что он не блестящий. И вот этот вот оттеночек меня очень заинтересовал. Он мне очень понравился. Я внутренние уголки глаза его с удовольствием искрашу. Вот. Далее. Поехали с вами далее. Это куча лаков. Куча новинок. Вот они у нас. Эти куча лаков, куча новинок. Их реально много. Поэтому будем с вами тестироваться. Так, я возьму то, что я расходую и выкидываю часто. Упаковочку такую. И будем с вами наносить лаки. Постараюсь сделать это поскорее. Все они идут в таких красивых коробочках. То есть их прикольно будет дарить. Да, вот такие вот они хорошенькие. Так, давайте с вами смотрим. Первый оттеночек у нас 72-89. Кисточка маленькая, узкая, не совсем удобная. Вот так вот. Вот такая вот красота. Но кисточка маленькая, узкая. Если вам хочется, чтобы слой не просвечивал, то нужно в два слоя. Этот точно лак, два слоя. Он идет как глянцевый блеск. Видите, глянцевый такой симпатичный. Оттеночек 72-94. Очень мне понравился. Приятный, нежный такой. Да, как вы видите, очень даже красивый. Кисточка маленькая. Единственное, что неудобно. Вот, следующий оттеночек 72-38. Такой грязно-свежий зеленый. Даже не знаешь, как его описать. Такой, да, вот. Тоже очень оригинальный цвет, хорошенький такой. Цвет зелени. Глянцевый. Следующий оттеночек нежно-розовый 72-93. Прям такой насыщенный нежно-розовый. Такой какой-то яркий нежно-розовый. Очень интересно разработаны цвета. Да, тоже в два слоя его надо просвечивать немножко.
Далее желтый, тоже такой живой, нежный желтый, оттеночек 72-92. Наносится он, конечно, не так хорошо, как Skyline. Или может быть, что кисточка тонкая и приходится не просто одним нанесением наносить. Да, вот Skyline вы достали лак и прям одним нанесением нанесли. Тут, конечно же, надо подождать первый слой, пока высохнет. Так, фокусируйся. Да, видите, немножечко есть полосочки. Следующий оттеночек 72-10. Он очень похож на зеленый. Первый вариант у нас с вами, но он идет уже немножко с другими блестками. И, кстати, намного легче ложится на ноготь. Все лаки два слоя. Да, он идет, видите, немножечко с таким отливом, отливом металлическим. Мы сейчас еще посмотрим, они высохнут. И что у нас получится? Следующий оттенок такой насыщенный голубой 72-88. И три таких интересных разных оттенка. Смотрите, какие они. Очень интересный. Так, это у нас 72-39. Давайте посмотрим, как он будет на белом лаке смотреться. Ну, как вы видите, подцеплять придется постараться. То есть надо ждать, пока один слой высохнет, потом второй слой, если вам хочется погуще нанесение. Вот. Так, далее точно такой же, но... Так, фокусируйся, пожалуйста. Да, точно такой же, но уже вот такой вот, да, такие вот оттенки, зеленый, синий, артикул 72-99. Тоже, видите, в один слой практически нету ничего, но если вы подождете, пока он высохнет, то второй слой уже ляжет намного симпатичнее. Ну, очень оригинально. Я таких лаков ни в одном магазине, если честно, не видела. Так, и последний оттеночек. Это у нас с вами 72-98. Очень меня удивила компания Faberlic такими оттеночками. Мне не нравится. Оригинально. Очень оригинально. Ну, видите, он первый слой так наносится. Да, его можно сбоку нанести. Можно как-то точечно, можно на лак на какой-то, да, вот. Видите, как здорово. Такие оттенки. Очень интересно. Ну да, хорошенький. Давайте его попробуем нанести на любой светлый оттенок. Давайте на желтый нанесем. Да, вот так вот он будет на желтом, допустим, смотреться. Так, фокусируйся. Ну, интересно, да? Прикольное сочетание. Такое чувство, что это рисунок или наклейка какая-то. Ну, оригинально, оригинально, конечно. Браво, Faberlic. Очень оригинально. Итак, далее. О чем мы с вами поговорим? Это о том, что у нас с вами появился еще одна новиночка появилась. Это... парфюмерная вода, все пытаюсь ее туалетной назвать, она идет название как Сорбе Джоли. Вот, она идет для женщин 30 мл, а тут указано фиалка, глазки анютины, магнолия, ноты замороженных ягод и грушевого мороженого добавляют композиции свежести, приятно на коже. Вы знаете, мне понравился этот аромат. До этого новинка в этой серии была Bon Bon Cheri, а сейчас новинка у нас с вами идет вот такая вот. Она 30 мл. До 4 числа, до 4
06 вы можете заказать в разделе промо-акции две таких водички, и третья вам упадет в подарок. Знайте об этом, потому что, в принципе, времени осталось всего неделька до конца каталога, но вы можете заказать три. Я вам честно скажу, универсальный аромат, сладкий, приятный. Сладости больше, чем свежести, но вот я отчетливо услышала аромат только груши. Не знаю, вот и вот сейчас, спустя час, я тоже чувствую аромат такой фруктовой, насыщенной, такой груши. Вот знаете, как вот, когда вы в магазине покупаете консервированную грушу в баночках жестяных, да, вот вы открываете, и там такой вкусный, классный аромат развивается, да, вот из этой вот банки. Ну, прям вообще один в один, мне так кажется. Но еще добавлены нотки, которые не дают этому аромату быть пустым. Они еще и, фруктами. Вот магнолию я почему-то не разнюхала, честно вам скажу, не разнюхала. Вот, далее, тональный крем Стейван. Я заказала артикул 62-12, светлый беж. Он мне оказался темен. Что хочу сказать, это стойкий тональный крем, это первый стойкий тональный крем в компании Faberlic, до этого я их не встречала. Написано, что он не оставляет следов на одежде, да, но я с ним проходила 2 часа всего. Дарит коже естественный полуматовый тон, да, он не блестит, делает кожу бархатистой, ну да, мягенькая такая, да, и создан на водной основе. Что хочется сказать про него? Тон мне хоть и не подошел, но я его выбирала каким образом? Я его выбирала по картинке, да, по картинке из каталога. И картинка из каталога это светлее намного сфотографировано, чем в каталоге отображается этот крем. Смотрите, какая кардинальная разница. Прямо колоссальная, да, разница. Так, минутку, я не тот схватила, прошу прощения. Сейчас сотрем. Не тот. Да, потому что смотрю, не должно быть такой сильной разницы. Да, разница есть, но не такая, какую я вам показала, да. Вот он, как вам сказать, он немножко желтее, чем в каталоге показан. И вот он на моей коже, вот желтый оттенок, и все, моя кожа приобретает с ним светлый беж. Да, как вы видите, он на самом деле матовый такой, приятный. Под цвет кожи он не подстраивается, поэтому вот мой цвет фарфоровый все же. Да, фарфоровый. Вот. Хороший тональник, он на самом деле стойкий, он не оставляет следов на одежде. Единственное, что девушкам с очень сухой кожей я его не порекомендую, потому что личико немножко стягивается. Но стойкая косметика, она не может вообще не стягивать. Абсолютного комфорта никогда не бывает от стойкого макияжа. Почему? Потому что даже помады стойкие, и то немножко подсушивают губки. Вот, поэтому имейте в виду, что все, в принципе, водостойкие, да, тональные крема, они не будут так, ваша кожа не будет благодарна за них, да, не будет благодарна. Ну, вот он такой. Ну, оттенок темный, но я знаю, кому ее подарить, я же ее все равно открыла. Далее у нас с вами в каталоге, да, в следующем будет новинка. Это влажная туалетная бумага, нежная ромашка, 30 штучек. Можно взять с собой, куда угодно. Она легко помещается в карман или в сумочку, растворяется в воде. То есть мы с вами сделали свои дела и выкинули. И нам не нужно там, да, как обычно пишут, не кидайте в туалет там бумагу. Тут такого нет, можете смело кидать, она быстро растворимая, как заявляется. Артикул 2283. Вот такая вот шикарная упаковочка. У меня ее нет в наличии, но я очень удивилась этой новинке. В принципе, я ей очень рада, потому что лето – это время отпусков, и с собой брать такие вещи просто необходимо для меня. Далее, влажные гигиенические салфетки «Нежность хлопка» у меня на руках как раз-таки. Они содержат 0% спирта, поэтому они кожу не сушат и очень приятно пахнут. Тоже маленькие, аккуратненькие, приятненькие, да, вот… Нареканий к ним никаких нет.
Давайте посмотрим, как они очищают нашу кожу. Вот, да, такие вот обычные салфеточки. Приятный запах, еле уловимый. Да, ну и вот, как вы видите, справляются хорошо. Да, даже можно не только, да, летом пот протирать с лица, но, в принципе, и ручки помыть, и все такое. Да, как вы видите, очень хорошо смывается. Да, вот я все тени убрала. Вот. Далее. Вещь классная, подходит для всей семьи, то есть можно и деткам. Как указано, да, можно и деткам. Далее, что бы я вам хотела показать, это, конечно же, такая вот тоже новинка. Но это не совсем новинка, это перевыпущенная упаковочка. Это у нас с вами идет пудра-бронзер-хайлайтер. Тут идет спонжик такой вот, но, честно я сказать, я пользуюсь кисточками. Вот это сама пудра, вот это бронзер, вот это хайлайтер. Да, как вы видите. Они мягкие, приятные, они хорошо тушуются. Давайте посмотрим с вами так, где светлее. Вот. Очень хорошо тушуется, прям великолепно. Вот легко, да, вот я считаю, что вот этот вот иллюминайзер, он легко заменит вот этот вот бронзер, да, легко. Да, такая вот красота. Ну и хайлайтер, у него такое нежное, легкое свечение, вот видите, сфокусировалось под глазками, он, конечно, наводит такую приятную свежесть. Также можно им пользоваться на кончик подбородка немножко, на носик, на кончик носика, да, можно им пользоваться и так далее, и так далее. Ну, то есть он такой блестящий. Ну и пудра отличного качества. Я скажу, что отличного. Я так понимаю, их можно в перемешку набрать кистью, а можете пользоваться так, чтобы по отдельности. Но тут нужна маленькая кисточка, неудобно в использовании, потому что очень узкие полосочки, да. Но когда все в одном, мне нравится. Мне нравится, что все в одном, и не надо с собой таскать какие-то там три разные вещи. Но кисточку надо приобрести, потому что этот спонжик, как этим спонжиком вы будете зацеплять, да, как каким-то вот уголочком, я так понимаю, да, уголочком, чтобы вот нанести. Хорошо, вы это зацепили, это вы захватили, а серединку как? Да, то есть получается, что как наносить серединку, то есть вот как-то вот так, да, я понимаю, и в наклонку пользоваться, так и то, видите, зацепляется. Зацепляется, вот, поэтому тут только кисточки различных размеров. Вот водичка очень вкусная, мне понравилась. И последнее, это у нас с вами резинки и вот такой вот beauty box жестяной такой, да, железный. Отличная вещичка, классная, но это уже я точно знаю, что не мне, потому что младшая дочка уже его попросила. Тут у него такие, он застегивается. Вот, да, можно носить так вот за руку. Эта вещь практически не тянется, ручка. А что еще покажу вам под конец? Это такие вот резиночки в компании Faberlic, да, появились. Очень красивые, да, такие. Эти как матовые, да, а эти как перламутровые. Здорово, здорово. Артикул 9304 у матовых и 9281 у таких перламутровых, светящихся. Конечно, я вот эту вот прозрачную себе возьму. Мне очень нравится заплетаться именно прозрачными резиночками. Вот, ну, такие. Вещь нужная. Всегда резинки в доме нужны. Эти резинки, как вы знаете, не делают заломов на волосах. И если вы походили с хвостиком и сняли ее, то у вас не будет заломов. Это очень удобно. Также у нас с вами выпущен новый журнал Faberlic Style. Да, новый журнал Faberlic Style. Очень интересный. Я почитала, мне понравился. И новый порошок. Тут в составе еще идут биоэнзимы. Вот эти вот биоэнзимы, заявлено, что они хорошо, лучше будут стирать порошок с улучшенной формулой, что вот новая формула идет. Да, он пошел в пакетике. К нему сейчас отдельно будет продаваться ложечка, то есть ложечка не будет в комплект укладываться.
Вот, что еще? Наша косметика идет для дома концентрированная упаковка 800 грамм. То есть наши 800 грамм равняется 3 килограмма магазинскому фосфатному порошку. Также порошок превосходно стирает пятна при низких температурах, легко выполаскивается, безопасный, не раздражает кожу, не вызывает аллергию. Биоэнзимы – это инновационный энзимный комплекс, содержит повышенную концентрацию активных веществ, поэтому для эффективной стирки достаточно всего одной ложки порошка. Произведено в Германии в соответствии с европейским стандартом качества. Все мы с вами знаем, что в Германии запрещены все вот эти вот магазинские фосфатные порошки, поэтому там за качеством следят. Так, далее, дерматологическая безопасность подтверждена сертификатом Международного научного исследовательского института в Германии. Да, вот такая вот красота обновленная у нас. Да, вот они. Значок, да, то есть цветной порошок и белый порошок. Давайте посмотрим. Я еще им не стирала. Я реально им еще пока не стирала. Ну, я его приоткрою. Очень такая качественная упаковочка. Я бы так сказала, нет, без ножниц у нас не получится его разрезать. Так, ножницы не найду. Давайте попробую все же порвать. Вот так вот аккуратненько. Вот такой вот, ну, такой же, да, обычный белый порошочек, каким и был. Ой, знаете, немножко поменялся запах. На мой взгляд, он стал более насыщенным и свежим. Более насыщенный и свежий. Чуть-чуть, немножко. Или мне кажется, но да, поменялся аромат. Вот. Также ложечку можно перекладывать из одной в другую, потому что у меня этих ложек куча кучная. Ложечка тоже симпатичная, прям с нашим брендом Фаберлик, да, как видите, логотипчик. Ну что ж, стираем, чтобы наша стирка, чтобы наши вещи были более качественными. Будем пробовать. Когда попробую, конечно же, я обязательно сниму обзор. Так, эту пачку я не смогу так открыть. Но я думаю, что у них одинаковый вкус, аромат. Это универсальный, который сохраняет цвет цветному белью. Это специально для цветного белья, да? Потому что есть вещи магазинские, особенно, которые красятся. Я думаю, они нам ни к чему с вами. Ну что ж, дорогие коллеги, с вами была Кононова Аня, интернет-проект Faberlic Online. В целом заказ мне понравился. Вывод хочу сделать: очень хорошие новинках, потому что компания Faberlic не перестает удивлять. Обалденные лаки. А, кстати, еще забыла вам рассказать про то, что у нас появился вес-контроль. Это Лисвит, 60 порций. Это концентрированный пищевой прессованный, как сказать-то даже, продукт. Да, вот у него тут идет состав. Будем вместе худеть, это для похудения. Их там три вида похудения, но дело в том, что мне достался только один, и больше их нету. Сейчас я постараюсь в каталоге его найти. Где-то он в разделе «Пища» должен быть. Вот эта вот красота. Значит, вот такая вот штука у нас появилась. Ускорение, очищение и контроль. Я так понимаю, их можно все три вместе. Они недорогие. Тут по 30 грамм 60 порций. Первое это Meta-Up, если я правильно читаю. Meta-Up, да, правильно прочитала. Оно поддерживает нормальный обмен веществ, способствует снижению усвояемости жиров в организме. Второе это у нас появится Less Sweet, да, который я сейчас принимаю уже. Вот, оно у нас поддерживает оптимальный уровень сахара в крови, предотвращает усвоение организмом и излишков углеводов и жиров. Тоже шикарно. Также будут кисели. Вот, и третий, так, минутку. Третий вкус у нас с вами. Так, Phytoxylus я сейчас пью, мне очень нравится. Вот, если что, их артикулы. Я сбросила 18 килограмм на системе управления весом. Я прям ярая поклонница компании Faberlic. Так, Лисвит увидела. Так. Вот я пролистнула, значит, да, и концентрат пищевой прессованный, также гидрейн 30 грамм 60 порций.
Он у нас с вами предотвращает накопление лишней жидкости в организме, снижает выраженный эффект апельсиновой корки и отеков, обладает дренажным эффектом. Вот такая вот красотища, но она мне не досталась. Я только вот этот смогла взять. А что хочу сказать, таблетки твердые, сильно твердые, как мел. Очень удобно, они безвкусные, они не горькие. Вы их так просто не проглотите целиком, их надо потихоньку раскусывать во рту. Но вкуса абсолютно никакого нет, даже вкуса мела-то нет практически. Они не противные, они не сладкие, они не кислые, они не горькие, они вообще никакие. Да, практически никакие, поэтому принимать их будет очень даже удобно. Ну, мы с мужем уже пьем. Вот, пьем третий день, пока не знаю, какой у меня был сахар, чтобы я сделала вывод. Я пока, как бы, я не делала анализов до приема этих штучек. Но я хочу сказать, что они намного удобнее, чем Fitex и Itlis, намного удобнее. Но мы их тоже заказали, тоже пьем. А все-таки старый способ, если нам помог, мы хотим к Доминикане похудеть. Да? Компания с уровня золотого директора подтвержденного не только дает чек 165 тысяч русских рублей тем, кто работает, да, но еще и оплачивают поездки за свой счет в разные страны мира. В прошлом году мы ездили в Шри-Ланку, в этом году вот мы собираемся в Доминикану. Конечно, если вы хотите построить свой бизнес, получать 50, 60, 70 тысяч и выше, да, наш доход сейчас более 100 тысяч русских рублей, и мне очень нравится, потому что у меня идет стаж, я свой бизнес могу оставить по наследству. Я езжу в разные страны мира абсолютно бесплатно. Единственное, за что я плачу, это за купальники, за парео и за крема для загара, после загара, от загара, да. В принципе, там даже кормят очень хорошо. В элитных ресторанах мы жили, в пятизвездочном. Вот я думаю, что в Доминикане будет еще лучше. Почему-то у меня такое чувство. Вот. Поэтому, кому интересен бизнес с таким широким ассортиментом продукции, знайте, что он делается легко. Ссылка на регистрацию под видео. И самое главное, что мы с вами работаем, создаем товарооборот на качественном на качественных повседневных вещах, которые всегда нужны в семье. Поэтому большинство на нашем проекте в Фаберлик Онлайн не бегают с каталогом, они просто заказывают для себя, потому что то порошок, то средство для мытья посуды закончилось, то мы покупаем шортики сыну, то футболочку дочке, то парфюмерную водичку, то что-то из косметики, да. И получается, что у нас с вами легко делается на личном потреблении. Да, вы приходите в компанию, вы просто заказываете себе, то есть вы меняете магазин, который у вас под боком, на интернет-магазин Фаберлик, причем вы еще будете получать шикарные подарочки. До 5 числа у нас с вами дарится 3 подарка за регистрацию и за то, что вы сделаете, оформите заказ. А с 5 по 25 число будет дариться вот такой вот шикарный набор косметики для дома. Тут идет пятновыводитель бесфосфатный, спрей пятновыводитель и влажные салфетки от пятен. Вот все три мне очень нравятся, я их хвалю, я про них снимала обзоры. Вот. Условия, как вы видите, очень простые. Да, купили помаду, шампунь, парфюм, маечку, трусики и, пожалуйста, вам на подарок набралось. В магазине такого не дарят, скидка сразу у вас будет 20%, но не забывайте, что я вас все-таки в первую очередь зову на бизнес. Да, вы будете экономить на покупках, да, вам будет нравиться покупать в своем интернет-магазине с 20% скидкой, но лучше, конечно, строить свой бизнес и зарабатывать 20, 30, 40, 50 и кто сколько хочет, да, то есть количество вакантных мест на хорошую зарплату не ограничено, да, причем мы с вами работаем дома, и лично я работаю дома через интернет, мы сотрудничаем с 31 страной, там официально открыто, и компания заключает договор, то есть она предоставляет официальный нам договор, у нас идет стаж, мы платим налоги, только не 13% в России, а 6%, да, 6%, потому что мы идем по упрощенной системе налогового обложения, как
индивидуальные предприниматели, поэтому все серьезно, обучение бесплатное, и я думаю, что вам самим понравится пользоваться такой продукцией, а не бегать с каталогом, и, конечно же, вам самим понравится экономить на покупках, растить структуру и получать хорошие деньги, работая дома. Всем пока-пока, с вами была Кононова Аня, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, была быть рада вам полезной. Эти новинки поступят в продажу 5.06.